Всем привет, друзья! В общем, сейчас будем химичить, сейчас будем убивать вирус. В общем, когда он только начался, нам на работе выдавали дезинфектор. Это дезинфектор фирмы Браун. Есть два дезинфектора. Один вы можете использовать для кожи. Там большой процент алкоголя. И вот такой вот вы можете использовать его для небольших поверхностей. Действует он одну минуту в виде аэрозоля, вот, разные бактерии, но его, вот смотрите, уже немножко. Получается, он у меня постоянно с собой, я его постоянно ношу, вот, бывает, что и на руки побрызгаю, и где-нибудь еще, но его мало. Поэтому я сейчас буду в эту жидкость добавлять еще другую жидкость, вот, и сейчас покажу. Для этого у меня есть вот такая вот фляжка. Остатки этой жидкости, это антисептик. И эту жидкость я буду использовать для смешивания. И, в общем, вот в этой вот баночке, что я буду смешивать. У меня для этого есть вот такая вот водочка. Кто знает, с красной крышкой, производится в Германии. В общем, я такой пивоха, что купил, наверное, полтора или два года назад, и он у меня до сих пор лежит. Вот, в холодильнике стоял. Вот я столько выпил, вот, и в данное время, сейчас он мне пригодился, я его буду использовать. Он пойдет для этого. Также, так как я пью вот столько, такая бутылка, привезенная нашими знакомыми из России, конечно же, это слишком много. Смотрите, даже Российская Федерация, акцизная марка, водка, федеральная специальная марка и так далее. В общем, пить я, конечно, говорю, я ее не собираю. Зеленая марка, зерновой спирт. Ну вот, может быть, попробую, если остатки будут. А так прям пригодился спиртик, и не надо мне его покупать. Вот, буду использовать его для приготовления этой жидкости. Еще рекомендуют вот использовать вот такую вот штуку. Тейбаум оль, ну буквально несколько капель. Я читал, что около 5 капель. Скорее всего, имеет какими-то дезинфекционными и чистящими способностями. В общем, здесь что-то такое есть, что Всемирная организация здравоохранения Pfleg belebt und reinigt der Haut, который рекомендует его добавлять именно в дезинфекторы, которые вы будете делать сами. Еще одно средство. Вассершторф. В общем, вассершторф пероксид 3%. Это перекись водорода. Ну, буквально тоже совсем немножко. В принципе, если вы будете использовать для кожи, то можно еще добавить алоэ вера или глицерин. Именно тот, который для кожи. Медицинский глицерин. Вот. Тогда дезинфектор, он не будет сушить вам руки. Но он вот этот у меня будет для поверхности, иногда только для рук. Вот, поэтому я туда больше ничего добавлять не буду, кроме того, что у меня есть. Я намешал приблизительно вот столько жидкости. Да, ну водка как водка. Короче, я так буквально пригубил. Ну, чувствуется, да, конечно, водка. Вот столько ее сейчас осталось. Вот, добавил всех остальных ингредиентов. Сказали все это хорошенько перемешать. Сейчас я посмотрю, как оно все это пахнет. Так, что тут у нас? Заглянем вовнутрь. В дырочку. Видно вам там, да? Вот. Кстати, скипидаром немножко пованивает. Может быть, Тейбаум оль это и есть скипидар. Готово. Полностью. Практически полное.
бутылек жидкости с дезинфектором. Но я думаю, что я буду оставлять все. В общем, я сейчас разведу еще, использую еще водки. Ну, не нужна она мне. Хоть и красивая бутылка. Не пью я столько. И разведу, использую эти все препаратики для дезинфектора. Я оставлю вот этот бутылек именно здесь. Не зеленый, я имею в виду, вот этот вот. Вот, развел, в общем, целую бадью. При этом я полностью использовал пустая бутылка, но переборщил немножко с этим скипидаром, или как он. В общем, Teo Balm Oil, это, в общем, это чайный гриб или вытяжка из чайного гриба. Ёперный театр, уже заговорился. Вот, и немножко переборщил, потому что немножко с этим, с маслом. Но при этом кожа рук не так сильно сушится. Хотя, видите, у меня на коже из-за употребления этого дезинфектора начинает сушить руки. Ну, и я здесь перебираю, использую перчатки. И вот то, что там внутри на перчатке, потом руки потеют, и вот эта вот фигня здесь остается. А такая штука даже очень-очень хорошо. В общем, вот, нахимичил я. Сделал я себе обычный дезинфектор, который можно использовать. Да, выглядит как медицинский. Можно даже ее попробовать продать за 1000 евро.